Приятно вас видеть здесь не только в Беларуси, но и в Восточной Европе. Я с удовлетворением хочу отметить, что это свидетельство того, что Соединенные Штаты наконец-то обратили внимание не только на Европу в целом, но и на Беларусь. А в это сложное время ваш интерес к этому региону обнадеживает. Возможно, господин посол, мы находимся в плену неких измышлений средств массовой информации, но, как нам здесь кажется, в Беларуси Европа и вообще планета переживает непростые, сложные времена. Частенько обвиняют в усложнении этих времен Соединенные Штаты Америки, но мы прекрасно понимаем, что не бывает так в жизни, что один кто-то виноват, все остальные мягкие, белые и пушистые. Наверное, здесь мы все виноваты в том, что складывается такая ситуация в мире. Я убежден, что ваш визит в Беларусь, по крайней мере, руководству Беларуси, белорусскому народу, представит возможность более объективно посмотреть на мир, исходя из той информации, которую я рассчитываю получить из весьма информированного человека.